Всем привет! Хочу с вами поделиться такой новостью. Сегодня я была в магазине Билла, заезжала за продуктами и обнаружила неожиданно большой ажиотаж. То есть был полный магазин людей, все что-то хватали, покупали. Вот, в результате я купила вот такую продуктовую корзину. Все вот это, вот то, что сейчас вы видите на столе, все это обошлось мне ровно в 1000 рублей. Давайте посмотрим, что мне удалось ухватить. Значит, первое, сосиски. Вы видите производителя без сои и ГМО. 600 граммов упаковка. Называются сосиски велкомовские копченые. Обычно такая упаковка сосисок стоит 329 рублей. Ну, в таких пределах. Здесь же продавалось две упаковки. То есть получается 165 рублей каждая. То есть две упаковки по цене 329 рублей. Дальше, что меня удивило, пакеты молока. Значит, продавались 3 пакета, произведено без сухого молока, значит, жирность 3,2. 3 пакета по цене 2. То есть получается, что 39 рублей за один пакет. Но тут, естественно, не литр, а, по-моему, 950 миллилитров. Сок «Сады Придонья». Значит, обычно они продаются за 75 рублей 1 литр, при том очень хорошего качества. А в магазине «Фикс Прайс» они по 45 рублей одна упаковка. Здесь же две упаковки шли за 69 рублей, то есть за одну штуку 34 рубля 50 копеек. Я считаю, что это очень дешево, тем более сок качественный, без добавления сахара, как написано на упаковке. Со сроком годности все в порядке, то есть все продукты свежие. Соус «Далмео». Все мы его знаем. Традиционный был в ассортименте. И соус с грибами. Для спагетти можно использовать, для лазаньи, для чего угодно. Масса творожная с изюмом. Останкинская. 20%. 180 граммов. Срок годности в порядке. Все свежее, с изюмом. Две упаковки за 48 рублей. Обычно одна штука за 48 рублей. По этой акции получается, что одна упаковка такая стоит 24 рубля. Кетчуп «Махеев». Огромная упаковка. Значит, кетчуп «Лечо» был еще шашлычный кетчуп. Значит, написано «натуральные специи» с кусочками овощей. 500 грамм. Добавлен перец сладкий, лук, морковь и чеснок в сушеном виде. Ну, попробуем. Значит, он шел, этот кетчуп, две упаковки по цене одной упаковки. Получается, две штуки за 55 рублей. То есть по акции 27 рублей за одну упаковку. Пирожный муравейник. Две упаковки по цене одной. Дата нормальная, до 19 числа, сегодня 4. Обычно стоит одна упаковка 193 рубля. Теперь по акции две упаковки за 193, то есть одна упаковка 96 рублей. Вот так они выглядят. Очень вкусные, хорошего качества. 420 граммов. Пирожное птичье молоко с халвой. Тоже шли две упаковки по цене одной. Значит, две упаковки за 148 рублей. Обычно одна упаковка столько стоит. То есть получается одна упаковка 74 рубля по акции. Также сейчас проходит в магазинах Билла акция. Вы покупаете продукты, получаете фишки, вклеиваете вот в такой альбом и получаете бесплатно бокалы. Для получения одного бокала нужно всего 15 фишек. На этом мой обзор заканчивается. Если мое видео вам пригодилось и понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Желаю всем крепкого здоровья и хороших покупок. Всем пока!